Вот такой вот вид, очень красивый. И вот он, великий Тадж-Махал. Наконец-то я здесь. Сколько я увидел. Вот так вот тут красиво, а тут прям дымка. Внутри Тадж-Махала. Я так понимаю, что это гробница, где захоронена его жена и создатель этого Тадж-Махала. Так как это усыпальница жены. Агра. Ну что, тут один мужичок ко мне подободался. Говорит, да садись за 10 рупий. Ну, я сел, это чисто решил экзотику попробовать. Это, я так понимаю, класс ниже тук-тука. Как бы вам это показать. Сейчас я покажу его. Он сильно худой, видимо, кушать нечего. Крутит педали. Мне, честно, стыдно немного. Ему лет, я не знаю, выглядит 60-65. На его сидушку посмотрите. Вот. Но я так понимаю, что это его половина зарплаты на сегодня. Вот. Ну, видите, зато экзотика. Это красный форт. Я так понимаю, тоже достопримечательность ЮНЕСКО. Его размеры поражают.
Hello. Hello. Впечатляет. Красный форт. Резиденция великих моголов. Но, судя по орнаментам, это мусульманство. Кстати, моголы, насколько я помню, имеют действительно какие-то корни с монголами. Корова побежали на все скорости, прям выбежали, вот прям отсюда. Сейчас половина 12 ночи, они включили на всю музыку громкость, у меня дует просто сумасшедшее, вообще офигеть. Люди прям на полу спят, где ни попадя. Все укутались одеялами. Я хотел экзотику, я ее получил. Меня еще тошнит, короче говоря. До этого ссать хотелось, но он сделал остановку. Все классно, мне все нравится.